сюжет в любой истории. Это герой, который преодолевает какие-то препятствия и каким-то образом меняется. Если в истории нет героя, истории нет. Если в истории нет препятствия, истории нет. Если герой в преодолении чего-то не поменялся, истории нет. Ярче герои и более откровенный разговор с твоим читателем. Это как интересная книга, которую каждый раз перечитываешь и находишь что-то новое, интересное для себя. Надо перестать делать ленту новостей, а надо начать удивлять, восхищать, вдохновлять и веселить свою аудиторию. Ну и себя заодно.